Ми продовжуємо наш телемарафон «Реформа поліції. Здобутки та втрати». Долучайтеся до нашого ефіру, залишайте свої запитання на сторінці Facebook, ми обов'язково їх озвучимо. Отже, що ми маємо із ситуацією в поліції? Після Революції Гідності в суспільстві залишається дуже високий запит на якісні зміни в роботі правоохоронних органів. Пропоную зараз подивитися невеличкий сюжет стосовно люстрації, як вона триває. Будь ласка, прошу вивести інформацію на екран. Кадри змінилися, але в худшу сторону. А чому так вважаєте? Ну, я вважаю, що державі фахівці якось люстрація пройшла, їх відсіяли. Набрали новеньких хлопців, ну, а 3-6 місяців підготовки, ну, це дуже мало, щоб бути оперативником, щоб бути, ну, фахівцем своєї справи, мені так кажеться. Для того, щоб працювати в цій сфері, потрібна все одно якась освіта попередня, а не так, як понабирали. Не хата підготовки людей, які дуже готові, раніше ж вони вчилися 5. А за 3 місяці що можна навчити? А що варто змінити, щоб покращити ситуацію? Не знаю, руководство, я не знаю. Отже, маємо таку ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день стосовно люстрації в правоохоронних органах. Наш гість трішечки запізнюється, склалася дуже кумедна ситуація якраз. Він був затриманий поліцейськими, тобто коли він з'явиться, то він дасть більш подробний коментар. Я його вже бачу. Добрий день. Хочу сказати, що у нас в гостях зараз буде Анатолій Башловка, це адвокат. Він займається у своїй практиці, в нього в практиці є також справи проти правоохоронців, тому буде дуже цікаво почути коментар стосовно того, що зараз трапилося. Вітаю вас, пане Анатолію. Тобто, якраз бачите, ваш ефір і міліція вирішила все-таки відлічитися. Тобто збіг обставин. Да. Будь ласка, прошу, дайте документи. Так, розкажіть, будь ласка, що трапилося? Син їхав за мною забирати. И я ему звоню, говорю, что случилось? Он говорит, мы едем. То есть меня остановила милиция, ну, полиция уже новая. И в течение 15 минут доказывал, что я превысил скорость. Он говорит, можно, говорит, хоть какое-то, ну, устройство или, ну, как вы это определили? Говорит, ну, мы видели, что вы едете быстро. То есть, понимаете, нонсенс заключается в чем? И это нужно было тратить 15 минут времени, что у людей нету ни сертифицированного оборудования, ничего. Тем более, ну куда можно ехать быстро в потоке сейчас? Сейчас же везде пробки. Вот, к сожалению, эти 15 минут и положили факт того, что я опоздал к вам на эфир. То есть непрофессионализм людей показывается, ну, буквально вот сейчас мы его видим. Пане Анатолію, на вашу думку, як це можна корелювати стосовно реформи, яка триває? Ну, смотрите, давайте. Ваша оцінка. Можна я вам сейчас скажу? Смотрите, я считаю, что реформа удалась. Ну, смотрите, они же форму поменяли. Ну, что такое реформа? Изменение формы. Ну, смотрите, они же в новой форме, правда? Форма нова, а тобто мається на увазі форма, а зміст. Смотрите, я просто буквально вам говорю. То есть я, конечно, шучу. Я розумію вас, Аркадій. То есть реформа удалась, форму поменяли. Ну, и все, и больше ничего не произошло. К сожалению, такие изменения, они не делаются, ну, революционно. Потому что мы на сегодня видим, что очень много людей, которые получали профессиональное образование, следователи, опера, они уходят из своих правоохранительных органов. Хорошо, если они займутся юридической практикой. Это в лучшем случае. А намного хуже будет, если они уйдут, как в 90-е годы, ну, скажем так, смежные профессии, что, в принципе, сейчас и получается. Тобто мається на увазі косметичні зміни, ви хочете сказати? Да даже, я не знаю, ну, косметические, я не понимаю это. То есть я говорю, форму поменяли. Считайте косметическими изменениями, пусть будут косметические изменения. Когда возник вопрос, что будет убийство полицейским кого-то, это было уже видно изначально. И мы приезжали к полиции национальной, она находится на Соломенке, когда избили таксиста полицейский. Мы говорим, ребята, вы кого-то застрелите.
То есть все идет к этому. То есть вы кого-то застрелите. Почему? Потому что полицейские новые, которые взяли, которые в хорошей форме, они выглядят. Они не понимают разницы. Они не знают вообще права. Они не знают своих полномочий, своих прав и своих обязанностей. Ну вот то же самое еще. Вы нарушили правила дорожного движения. Как мы их нарушили? Ну где мы их нарушили? Человек не может аргументированно даже доказать. Это такая же очень сложная профессия полицейский, как и врач. Как адвокат, как юрист, не нужно очень серьезно готовиться. А то, что произошло, когда приехали молодые мальчики красивые, молодые девочки, и обучали в течение 3 месяцев по программе обучения сельских полицейских для сельских штатов Соединенных Штатов, ну вот мы с вами видим процесс. Теперь получается, что как бы влилась новая кровь. Не нужно к этим полицейским относиться плохо, потому что очень многие шли идейно. Теперь нужно хотя бы понять, где мы находимся, в какой ситуации, а не опять делать какую-то очередную реформу. Потому что она еще раз насвоится на ту реформу, которая произошла, и мы получим опять с вами негатив. Тобто новачки приходять і зустрічаються з тими, хто вже в цій системі дуже давно. Да, а что получилось? Что получилось, смотрите, получился конфликт между ними. Вместо того, чтобы произошла какая-то преемственность, произошел конфликт. И этот конфликт сейчас вылезает на улицы. Вот вы правильно сказали, иллюстрация. Но человек должен получить наказание, не могут получить группа людей наказание. Должен конкретный человек получить наказание за конкретные действия. Но это мировая, это не то, что это практика, которая идет с Древней Греции, когда человек должен получить конкретное наказание за конкретное преступление. Нельзя взять, судить, допустим, всех за что-то. Тогда мы выйдем с вами в позицию геноцида или, допустим, позицию по национальности можем судить. Но давайте еще будем как-то людей судить. Потому что не все же люди, которые были при власти когда-то, они виновны в этом. А теперь смотрите, абсурд же получается дальше в чем? Что мы дальше можем откручивать ситуацию и поймем. У нас полиция, которая находится в Конституции вне политики, стала вовлечена в политику. И мы видим с вами отражение. Когда сейчас формируется руководство под министра, конечно, он понимает, что это вопрос, я не имею в виду сейчас конкретно кого-то, это уже формировалось раньше, мы сейчас с вами видим только отражение. Когда смена министра приводит к тому, что начинает рушиться система. А наши граждане страждают от... Тобто ситуация с криминальной статистикой зараз, вона... Як мне не тяжело сказать, я не знаю, как эта статистика берется, но мы с вами можем видеть на улице. Дивіться. Мы видим с вами на улице, буквально. Пане Анатолію, хочеться зараз навести таку історію, яка трапилася з нашим колегою. Він став жертвою не тільки грабіжників, але й бездіяльності поліції. Я прошу вивести зараз інформацію на екран. Кража со взломом произошла 1 августа этого года. Об этом стало известно от соседей, вызвали полицию, полиция составила протокол, но никакой бумаги не оставили. Со следователем удалось встретиться на 3-е сутки, но, на удивление, он не допрашивать не стал, ни заявления принимать от признания меня потерпевшим. Сослался на какие-то свои проблемы. Сказал звонить на следующей неделе, словом, на допрос был я вызван аж на 9-е сутки. Я написал заявление о признании меня потерпевшим, был допрошен. И все. Через 2 недели я написал ходатайство, в котором просил ознакомить меня с делом. Ответ на ходатайство было отправлено 31 августа, я получил его 1 сентября вечером. В ответе было сказано, что 1 сентября в 10 часов я могу прийти и ознакомиться с делом. Повторное ходатайство было написано в октябре. В повторном ходатайстве я просил о решении своем следователю сообщить мне по телефону. Ответ на ходатайство был написан 24 октября. Ответ был отправлен Укрпочтой 2 ноября. Получил я 7 ноября. В ответе было сказано, что 30 октября я могу прийти в 10 часов и ознакомиться с делом. Ця історія, вона стосується реформи поліції. Наш колега не захотів публічно обговорювати цю ситуацію, так? Але він надав документи, це переписка із слідчим, можете ознайомитись, переписка із слідчим Деснянського управління поліції Києва Олександра Власенка. Тобто йдеться про те, що злочин стався аж 1 серпня, так? А станом на 10 листопада, тільки ось ці 3 документи. До речі, якщо пан Власенко дивиться наш ефір, він може в ефірі ОБОС ТВ пояснити,
чому справа рухається так повільно. І також, можливо, нас дивляться пан Аваков, міністр внутрішніх справ, та голова Національної поліції Сергій Князєв, або їх співробітники. Будь ласка, скажіть, чому так, тобто, наче заявлена реформа ще з 15-го року, так, а маємо такий результат? Можна я уйду від частного вопроса к общему? Так, тому що це частний вопрос. В моїй практиці мені приходиться сталкиватися з цим кожен день, к сожалению. От ви знаєте, що у нас в Україні существует Міністерство справедливості? Юстиції. Правильно. Правильно. Правильно ви сказали. Правильно. А большинство людей даже не знает, что оно существует. А теперь смотрите, я чуть уйду в сторону, вы поймете почему. А, только стисло. Очень, очень коротко. Министерство юстиции, на него положен вопрос унификации законодательных актов. Унификации. То, что мы с вами видим, произошло обрушение правовой системы. Буквально произошло. Министерство юстиции ничего не делает для того, чтобы унифицировать абсолютно разновекторные документы, которые принимаются. Когда полицейский берет, вы знаете, что самое интересное? Он вам найдет какую-то бумажку, которая покажет, что он действует в рамках права, которого не существует. Поэтому мы ничего не сможем с этим сделать, пока мы не наведем, не унифицируем законодательную базу. Когда меня спрашивают, у нас нарушаются права человека? Я говорю, не нарушаются. Я говорю, как можно нарушить право человека, если не существует права как такового? Але є правоохоронці, які мусять охороняти закон. Ні, так у нас, кстати, смотрите, от міліція происходит от латинского слова воин, міліс. А поліція – це поліс, це сервісна служба. Вона повинна використовувати сервіс. Тобто у нас щось происходит, но ніхто не знає, що. Дякую. А зараз ми робимо невеличку паузу і знову повертаємося до нашої розмови.